Надо где-то укрыться. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Иона. Иона где-то там, наверху. Невероятно. Святой источник. Константин, заключенный очнулся и готов к допросу. Уже иду. Они тут повсюду. Вроде все спокойно, но смотрите в оба. Что, ожидаются гости? Крофт может попытаться освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Почему бы его не убить? Возможно, он еще что-то знает. Константин скоро развяжет ему язык.
случилось? Грузовик был перегружен. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только дотрос. Будем докладывать? Бестолково. Все собираются и готовятся переезжать. Хорошо. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Константин только что приказал всем собираться. Ты впервые работаешь на Троице? Нет. Я помогал зачистить остров после побега. Открытие! Я ее вижу! Убейте ее! Начало! Что там случилось? Мост обрушился. Похоже, придется вывозить оставшийся груз по воздуху. Надеюсь, они хоть что-нибудь там нашли. Мне уже до смерти тут надоело. Терпение. Если справимся, перед нами будет открыт весь мир. Успешно? Да, Атлас наш. Его доставили на метеостанцию. Туда-то зачем? Не знаю. По рации говорили, что Анна хочет попасть под купол. Что это?
Старая советская табличка. Это печать для официальных писем Троицы.
Мало кто их теперь использует. Бригады подрывников уже грузят вертолет. Я и не думал, что доживу до второго этапа. Thank you.
Подвеска. Точнее, современный реликварий. Внутри маленькая человеческая кость. Мы стоим на пороге. Винтовочный патрон, но необычный. С торца выгравировано на латыни: убивайте всех, Господь. Я не умру в этой бог... Лара!
тебя вижу! Они нам больше не под... В этот раз я смог... Ты ей всецело предан. Я восхищен. Правда. Но у меня кончается терпение. Говори, что знаешь. Живо! Прошу, прошу, не надо. Не слушай его. Я всего лишь делал то, во что верил. Всем отрядам, нам приказано ее убить. Почти на месте. Цель пока не вижу. Жду дальнейших приказов. Удерживать позицию и быть наготове. Она опасна. Вас понял.
докладываю, мы заняли позицию, видим цель. Подтверждаю, цель обнаружена. Докладываю, видим цель. Повторяю, видим цель. Группа 4, присоединяйтесь к главному отряду. С этим мы разберемся. Вокруг враги. Надо быть осторожней. Пойдем на разведку. Чисто. Надо вернуться к Ионе.